Новость важная для всех пассажиров общественного транспорта Нижнего Новгорода. Частные маршрутки повышают цену за проезд. С 1 декабря 30 рублей за билет в один конец будет стоить поездка в маршрутке номер 50, улица Долгополова, микрорайон Кузнечиха 2 и маршрутке Т4, площадь Минина и Пожарского, автовокзал Щербинки. А 7 декабря 30 рублей за проезд будут брать уже и в маршрутках номер 14, 39, 63, 71. 79, 89 и 92. Итого проезд подорожает на маршрутах 9 частных перевозчиков. При этом, как сообщают в городском департаменте транспорта, стоимость проезда при использовании транспортной карты по тарифам электронный кошелек 60 минут и электронный кошелек 90 минут останется без изменений. 26 рублей без ограничений количества поездок в течение 60 минут и 40 рублей без ограничений количества поездок в течение 90 минут. Отметим, что стоимость проезда на маршрутах, обслуживаемых муниципальными транспортными предприятиями, останется прежней.